Это бойцовская неделя. Вся наша большая команда переехала с Дубая в Абу-Даби. Это самый большой и самый важный наш лагерь за всю историю нашей команды. Зуба, Абубакр, у Ислама бой за титул. Сейчас очень важные дни. Мне очень нравится их вес сейчас. Они очень хорошо себя чувствуют. Они голодны до боев. И это невероятно. В данный момент все так, как и должно быть. Осталось 6 кило согнать. И я буду готов. У меня ощущение, как будто у меня крылья выросли. Бой будет намного легче, чем тренировки с этими дагестанцами. Это я могу сказать точно. А сейчас вообще легкая тренировка. Никогда не чувствовал себя лучше. Никогда был настолько подготовлен. Тренировался с лучшими, и величайший будет в моем углу. Это увеличивает мою уверенность. Вся команда готова. В комментариях часто спрашивают, где посмотреть предстоящий турнир UFC Оливейра против Махачева. И у меня для вас отличная новость. Переходите на Winline. В этом приложении вы можете посмотреть любой турнир UFC совершенно бесплатно. При регистрации вы получите фрибет до 10 тысяч. Регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео и смотри любой турнир UFC. Просто отдыхаем. Ждем свою порцию пищи. Сам бой всегда был намного легче, а все остальное всегда сложнее. Ждем веселья. Сколько ей месяцев? 16. У тебя ведь тоже дочь есть? Да. Сколько ей? 10 месяцев. Это отличный период. Ты помнишь, какой постер ты подписывал в первый раз? Кто был там? Насколько я помню, первый постер был с Техаса. Это был Порье против Майкла Джонсона. Этих двух парней я всегда любил посмотреть. Я был большим фанатом этих ребят. Первый раз, когда я познакомился с Майклом Джонсоном, он был очень вежлив с нами. Я подумал, ничего себе, Майкл Джонсон, сам Майкл Джонсон с нами говорит. Это был мой второй бой в UFC. Это все еще хорошие воспоминания. Это была хорошая ночь, мы выиграли. А потом пошли кушать тако. Куда мы сейчас отправляемся? Будем подписывать постеры. Хорошо? И вот мы здесь, 4 дня до боя. Осталось согнать 15 фунтов, и Шон готов к бою. Когда бойцы встречаются за кулисами, это всегда очень интересно наблюдать. Как вам здесь относились все это время? Все люди отмечают это. Говорят, что бойцов принимают здесь лучше всего. Они очень хорошо к нам относятся. Эта забота чувствуется. Нас всегда занимают удивительными вещами. Они дали нам костюмов на выбор. Мне здесь очень нравится, к нам очень уважительно относятся. Как твое тело? Сейчас все нормально? Да, чувак, это заняло большое время, но сейчас все хорошо. Провел две операции.
Тиджей, я спросил у Билала, какой был первый постер, который ты подписывал? А ты помнишь свой? Вообще-то да, я помню. Это был турнир по борьбе. Это еще было в школе. Это был большой турнир в школе против Чарли Фокса. Он был лучшим в своем городе, а я был лучше в Калифорнии. Я побил его. Когда я его побил, я вышел, и дети начали брать у меня автографы. Это было очень необычно для меня. Я думал, вы реально хотите мой автограф? Я тогда учился в старшей школе. Ну что, Хасбула, хочешь меня ударить? Давай ударь меня. А вот моих именных подушек нету. Хасбула только появился, и сразу подушку сделали. Ну вот и он. Ждите его. Привет, Ислам, как ты? Доброе утро. Это всегда здорово, когда ребята с одного зала или даже с одного города дерутся в одном карде. Это намного проще для всей команды. Для бойцов, для тренеров, для их спарринг-партнеров. И, конечно, ты чувствуешь поддержку на протяжении всего кемпа и бойцовской недели. И вот мы снова все вместе. Ислам, Зуба и Абубакар. Я думаю, Ислам и Зуба уже дрались вместе пару раз. Но мне кажется, что это в первый раз, когда они все втроем дерутся в одном карде. Сейчас осталась только одна рутина. Подписать постеры, проверить снаряжение, проверить свой вес. У нас все хорошо. FreeBet до 10 000 рублей. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии.